Здравствуй тебе. Ну что ж, я хочу позаписывать немного Человека-паука. Раньше пиратку записывал, он там что-то не очень. Вот, теперь хочу, типа, лицензию приобрел. И начну ее записывать. Буду записывать только сюжетку и, возможно, интересные побочки. Но не все прочее. В смысле, дополнительные. Не собирание всякой хуйни, а просто вот сюжетку и интересные побочные квесты. Ну что ж, полетели. На самой сложной сложности. Конечно, Питер уебищный. Мне старый больше нравится. Направляйтесь к башне Фиска. Фиска? Ну а хули ты не стираешь? Полетели. Капитан Ватанабе. Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-Сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Ёбаный, чуть под вертуху не попал. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да. Простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. А это чем тебе не настоящую? Похоже, Юрий вызвала кавалерию. Ну, из Call of Duty происходит. Нам нужна помощь! 10.32, Таймс-Сквер, мы тут под обстрелом! Пора пробивать.
Кто заказывал двойную порцию чашки телесных? Угу. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Заходим сзади. Следующий. Мне это не нравится. Бля, еще какие-то. Да подстрелите же его! Офис-то нанял немало ребят. Закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Все, да, готово. Так, Юри, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Юра! Юра такой. Так и знал, что Фист поднимет шум. Ну, такой вот он. Тогда мне Юрка была такая вообще черная вся, квадратная. И что-то было не то тогда. Да. Время пришло, Вилли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь, за мной! Уходи, паук, мы сами справимся! Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились. А, спасибо за поддержку, ребята. Вот она, некомфортная рабочая среда. Ладно, лежай. Надо убрать стрелков. Не попадитесь! Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Да обосраться, что теперь делать теперь-то, бля, господи. Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там?
Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят сервер с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. И как это может хорошо закончиться? Ударил по мне. Сбить его к земле! Я помешаю, говорю, долго не живу. Теперь следующий. Кстати, конечно, добивание не прикольно. Всех не одолей! Жалеете, что занялись этим? Вот сюда нужна твоя башка! О, как он это сделал? Сейчас будет больно. Не давайте ему поднять вас! Самое время надрать! Чё, надрал? Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиска грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу ускорить удаление. Они такие милые, когда беспечные. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Не пускайте к терминалу! Босса нужно! Задержите его! Полное форматирование. Удаление еще не завершено! Вы даже для сисадминов слишком грубые. Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятие. Вылови теперь, живо! Какой злой он. Прикончить его! Уничтожить все! Открылся! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицу, и виноват будешь ты! Ты славно потрудился, Фис. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. Ну прям вот... Да, говорит, это только пролог. Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Убить его, или босс убьет нас! Я попался! Ты бежишь вверх! Никуда больше, чем ты думаешь!
Только понял, что это игрушки. Да, я понял. Кажется, это все. Все чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. Ты мне, слышишь, что не указывай, блядь. Пришел он тут, блядь, с своим щитом. Все на выход! Всем покинуть здание! Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Человек-паук, не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Давай, 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 давай. Ну, вперед! Спасибо! Получилось! Идем! Ну, Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юри. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юри, врачей сюда! Срочно! Попытаюсь. Ложись! Тебя крышка! Поборолся и хватит. Пять, да нихуя вы. Еще ракеты! Это уж слишком, нет? И пошел ты тогда он туда. Что? Сегодня что, день ракетчика? Ага. В основном. Ах ты, сука. Попался. Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? За ним! Спокойно! У меня на всех хватит! Зарывайся! Это что, шутка? Боссу нужна твоя башка! Так, тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед, мы пойдем за тобой. Эй, босс. Спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Убейте его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Пишешь мемуары?
Не забудь дефис между Хуевары. Человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. А тебе точно вертушки, бля, хватит? Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Подожду нужного момента. Зарядка. Ах ты! Вперед! Это мой шанс. Что ты делаешь? Может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Бля, понеслось же. Вот мой момент. Не зарывайся, мальчишка! Не в этот раз. Хватит с меня! Сами напросились! Хера себе, у них стены какие непрочные. Ты виноват во всех бедах этого города! Вроде бы там бетонные, но все равно как-то это, блядь. Я хотел сказать так про ты тебя. Из говной палок здесь строят. Вы знаете, что делать? А что делать? Не надо. Идиоты! Вас учили драться, так деритесь! Воу. Оправдания мне не нужны! Мы возьмем! За что я вам плачу? Ёбаный в рот! Ебать! Надо было, блядь, об колено и все. Поцелуя. Ладно, в другой раз.
Блин, Ховен стену ломает, а какие-то наручники. Они очень прочные, если это наручники. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Да иди ты нахуй. Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Сразу здоровье ебанули. Мне больше ниточку, да? Список приемов. Персонажа. Питер Паркер. Юрий. Так. Кварталов. Придется все делать самому. Не надо, это опасно. Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. Спина зачесалась. Простите, опоздал. Я... Какой страшный Питер Паркер, верните старого, блять. Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Носитель колебаний. О, черт. А, может быть, отключить? Еще нет. Сейчас. Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Ой, прости, это то, что я, наверное, дымлю.
конкашки. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Вышла. Ага, перенаправим сервопривод. Еще бы, бля, гений нахуй просто. Сбалансируем напряжение. Закончим. Ура, блядь. Посмотрим, что будет. Как новенькая. Знаешь, что вот так вот можно теперь в разные движения делать. Далее. Дрочка. Вертикальная дрочка. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. У нас есть все типы протезов, какие только бывают. Наш первый доброволец. Капрал Тексидор. Потерял руку в бою и сейчас хочет просто снова обнять дочку. Мы пробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование Дока и перепроверить его работу. Док пытался улучшить отзывчивость пневмопривода. Здорово. Очень плавный отклик. Так, теперь настроим силу хватки протеза. Так-то лучше.
По крайней мере, кости, пожимая руку, не сломает. Сколько пожаров здесь уже было, Оскар? 3? 4? Это признак того, что работа движется. Из пепла неудач рождаются великие открытия. Оптимизм доктора Октавиуса непоколебим, как всегда. Выпускной. Давно это было? В колледже я был стажером у Дока. Он доказал мне, что в лабораторном халате я могу сделать для мира не меньше, чем в костюме паука. Даже больше. Док совершил много великих открытий, но его заслуги всегда кто-то присваивал. Обычно Оскорб. В этот раз все будет по-другому. Ты так думаешь? Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Работа значительно продвинулась. Я никогда не думал, что мы доработаем пневмопривод до нужного сопротивления, но Паркер... Ой, в прикладных науках у парня просто феноменальный дар. Когда я уже хотел заказывать очередную деталь на заводе, он принес из хозяйственного магазина растворитель и зубную щетку. И раз, пневмопривод доработан. А, этот парень гений. В том числе и по части опозданий. Уже 10 минут. Где он ходит? Он же не мог забыть про визит комиссии. Простите, что подвел вас, док. Питер, еще раз спасибо за анализ данных. Взаимный контроль – залог великих успехов. Знаешь, когда мы готовились к предстоящей примерке, я услышал шепоток в голове. Неужели это и правда лучший протез конечности? Это глупо, но я все думаю, вдруг есть вариант получше. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Гидрогель-полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Подожди, давай еще два анализа сделаем. Над чем док работал с этим? Прекрасно. Похоже, еще один возможный материал для протеза. ВПС-гидрогель. Удачное решение. Наверное, ткани хорошо приживутся.
Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. Конечно, в пути. Но на этом пока все. Так что, счастливо.